Давайте начнем третий день. Да, Яков. Я представляю Якова Ильича. Я страшно рада, счастлива знакомством с таким человеком. Всего лишь мы чуть меньше года общаемся, но это не невероятные какие-то ощущения и опыт, и мудрость, которую он передает. И его доклад я сама послушаю с огромным удовольствием, потому что у меня есть много к нему вопросов, и я думаю, ответы я на все получу. Спасибо, Яков. Доброе утро. Я очень благодарен Авроре, которая пригласила Игорю и Сергею, которые пригласили меня на ресторанные практики. Я очень благодарен вам, которые пришли меня послушать, потому что, несмотря на то, что я являюсь, наверное, самым опытным по возрасту человеком в компании, которая приглашена сюда, как ресторатор, я, наверное, если не самый молодой, то один из самых молодых, потому что мне сказали, что вчера, к сожалению, меня не было, еще один представитель молодого рестораторского поколения. Ресторанами я в своей жизни никогда не занимался, только эти последние 4,5 года это является моей основной деятельностью. Когда мы пришли с группой моих сотоварищей и компаньонов, мы решили привезти в Украину Aroma Espresso Bar, такой бренд, который начал свою жизнь в Израиле. Совсем даже недавно, перейдем к кнопке, я всегда у меня проблема, да. Поэтому я не являюсь программистом, я плохо давлю на кнопки. Мы решили привезти сюда бренд под названием Aroma Espresso Bar, который начал свою жизнь в Израиле в 92-м году. Два брата открыли маленькое заведение, то, что называется, на второй линии центра. И, как ни странно, это пошло. Меню аромы в то время было более скромное, нежели сегодня, но как подход, как печать бренда, это было создано уже в первом отделении. Мы немножко будем говорить о том, что это из себя представляет чуть позже, но в любом случае это 92-й год. Два парня по 24 года. На сегодняшний день у нас, вы уже все это все прочитали, поэтому я не буду читать вам слух, я пойду дальше. А, это о родине Аромы, вот так вы его сделали. На сегодняшний день открыто 136 заведений. Как международный бренд Арома начала развиваться, как вы увидели, в 2006 году. То есть как международный бренд Арома очень молода. Первое отделение было открыто в Нью-Йорке. И дальше это пошло. Нью-Йоркское открытие было очень тяжело. 3 года постоянно Нью-Йоркское отделение приносило одни убытки. И мы говорим о том, что вход в рынок новой страны в первую очередь связан с тем, что ты должен создать... Мне извините, пару слов я скажу все-таки о себе. Я уехал в Израиль в 78 году, приехал туда в 79 году, на стыке 2 лет. В Израиле я с января 79 года, с 91 года я учил заново русский язык. И вот поэтому у меня иногда есть запинки, потому что я просто перевожу себя с hebrew, с иврита на русский. И возвращаюсь, опять же. К тому, что мы говорили, вход в любую новую страну требует создания инфраструктуры. Стоимость создания инфраструктуры чрезвычайно дорога. Когда мы говорим о входе и о сети вообще, мы говорим, что в первую очередь должна быть создана инфраструктура. И неважно, у тебя одно отделение, 2, 3 или 4. Итак. Вернемся к Америке, 2006 год, 3 года, первое отделение в Нью-Йорке не доходит даже до оперативной прибыли, но все это потому, что на плечи одного отделения, которое являлось самым большим отделением в мире в то время, 450 квадратных метров в Сохо, ложились вся стоимость инфраструктуры. Но, пройдя этот этап, на сегодняшний день в Америке 4 отделения в Нью-Йорке,
одно в Нью-Джерси, одно в Майами, строится два дополнительных в Майами. В 2007 году открылось первое отделение в Канаде. Там вообще дела пошли изумительно. Канада – непочатый край возможностей кофе. И на сегодняшний день Канада обогнала и развивается значительно более бурными темпами, чем Америка. С чем это связано? В первую очередь с очень хорошей политикой финансирования малого бизнеса. В Канаде любой бизнес, любой человек, у которого есть 200-300 тысяч долларов, может без всяких проблем по нормальным ценам кредита организовать себе дополнительные 300-400 тысяч и создать отделение РОО. Как работает РОО? Во-первых, это самообслуживание, кто нас не знает. Во-вторых, это фастфуд, но не джанкфуд. Потому что всегда эти слова как бы склеиваются между собой, как бы подразумевается. Да. Итак, 136 отделений. Что такое РОО? Все секреты. Ну вот давайте смотреть вместе, потому что Аврора, во-первых, я должен сказать совершенно откровенно. Все, что я говорю вам и рассказываю сегодня, все виновата Аврора. Она мне написала список вопросов, я попробовал на них ответить с максимальной честностью. РОО — это феномен. Забегу вперед, феномен, но не только в Украине, феномен вообще. Никто не может понять секрет вот этих двух парней 24 лет, которые открыли, которые преуспели, которые уже находятся на четырех континентах. Кто этого не понимает? И я тоже. Но я попытался написать все секреты. И вот они. Во-первых, РОО — это симбиоз. Симбиоз заведений и их клиентов. На самом деле РОО – это кофейный паб 21 века, районный. Добавлю слово определение. То есть возле каждой РОО, и так это действует, собирается команда, для которого это является районным пабом. Только пиво подменено на кофе и на здоровую еду. Я бы так это определил, как в определении. Поэтому это симбиоз. Все всех знают, 60% присутствующих в любой момент в РОО, в каждую единицу времени знают друг друга, есть общение, и это клуб своего рода. И это и есть особая атмосфера. Полезный и здоровый фастфуд. Об этом те, кто съездит в РОО, познакомятся с тем, что мы там продаем. Те, кто у нас не был, могу сказать следующее, что несмотря на то, что это фастфуд, нету ничего готового. Все салаты выходят из-под ножа, все смеси новые. Только салат делается только под заказ, каждый сэндвич делается только под заказ. Требование РОО, чтобы заказ в часы пик выходил не более чем через 18 минут, мы не всегда в состоянии, и даже РОО не всегда в состоянии стоять в этих временах, все зависит от того, какой все-таки есть человекопоток в данный момент. Элитные сорта кофе. Мы было уже на одним из предыдущих слайдов, что РОО создала свой завод по обжарке. Используются кофейные смеси от 92% арабики и до 100% арабики. Робуста добавляется в основном с меньшим количеством арабики. Идут смеси на приготовление капучино, чтобы придать более высокую кислотность смеси, из которой готовится капучино. Мы работаем на четырех блендах. Все бленды экваториальные, как я уже сказал, арабика. Четыре бленда. Эспрессо, капучино, декофеин и бленд черного кофе. Черный кофе – это кофе по-польски, или также по-польски – это когда кофе заливают просто крутым кипятком. Ну, кстати, дегустации кофе тоже проходят так.
да? не через прессор. Вместе с тем это специальная обжарка и определенный помол, который позволяет выделить основную массу кофеина. Позиционирование этих блендов с точки зрения аромы это на уровне или. То есть, когда мы входили на Украину и возвращаясь к тенденциям, как входят, бренд входит и что делает сеть и что она требует, если бы мы не могли импортировать сами кофе, аромы, нам было разрешено работать на смеси или, как вторая возможность, но не менее того и не более того, или и все. Здесь несколько слоганов, которые мы как бы пытались снова определить, кто же наши клиенты. Для тех, кто спешит и хочет расслабиться. Человек, который не хочет тратить время не на ожидание заказа и не на получение счета. Потому что это время нервов обычно. Человек приходит, заказывается на кассе, после этого спокойно общается с тем, кем он пришел. Обычно у нас полтора посетителя в среднем на каждый чек. И ждет, пока объявят его имя, для того, чтобы он забрал свой продукт. Демократия во всем, ну я уже коснулся этого. Демократия во всем, мы, неважно кто, идет на кассу и заказывает. Было такое определение в начале, мне кажется, даже Олег, которого будете слушать позже, сказал, что, а может даже и не он, ресторан для бедных. Ты? Сознательно. Но самое интересное, я потом скажу, да. Самое интересное, что очень вкусно, но иногда я слышал, там, приехал человек на кофе, слушайте, что мне дали такой классный салат, он даже не помешал ему. Он просто сложил хорошие ингредиенты. Это прекрасно, что сказано здесь, потому что, ну, мы этого коснемся чуть позже. Мы коснемся этого чуть позже. Это тоже с частью слогана. Очень высокий уровень социальной ответственности. Это требование аромы. У нас есть много социальных, мы участвуем в некоторых, не во многих, в некоторых социальных проектах, чтобы не распыляться. Часть из них они известны, часть из них мы делаем тихо, и мы не пользуемся этими социальными проектами в пиар. Все, что связано с людьми, скажем так, мы в пиар не пользуемся, все, что связано с окружающей средой, мы участвуем в программах, и это печально. Это требование аромы, опять же, тенденции и разность, да, между разными странами. В Ароме, в Израиле много занятых детей с болезнью Дауна. У нас здесь не получилось. По многим причинам. И рынок не готов, подготовка этих детей совершенно различная. Этих подростков. Это не дети, я имею в виду подростки от 18 лет и выше. Там их готовят к жизни, здесь их к жизни не готовят, поэтому создать атмосферу, привлечь их в работу в Ароме было невозможно. Поэтому мы выбрали другое направление. Мы работаем с глухонемыми. У нас часть наших работников глухонемые, и мы этому очень рады. Это у нас как проект социальный. Арома это. Вот те 136 отделений. Чтобы вы не мучились, средний почет 600 человек на каждое отделение в день. Это на все аромы. На все аромы. Это что? Это арома. На 4 континентах. Почти что 30 миллионов человек проходят через нашу сеть за год. Это огромные цифры. Хотя мы очень маленькие. Мы не Starbucks, мы не Макдональдс. Как мы этого достигли? В первую очередь ультимативная свежесть. Это как требование. Овощи самые лучшие. Продукты самые свежие. Ежедневная борьба с системой FIFA. FIFA первый на склад вошел, первый со склада вышел.
ежедневная борьба пометок на всех банках открытых и так далее. Подписать, да, местные, да? Да. У нас человек, который бегает между отделениями, познакомьтесь, Марина, ответственная за качество, и вырывает глаза и добавляет руки тем, кто не пишет. Открытая кухня. Фактически у нас, ну, большую часть вещей можно видеть, что делают. Вот Олег сидел, Олег смотрел, как называется. Тот, кто сидит на барной стойке, просматривает кухню. Необходим. О санитарии я не говорю, о чистоте я не говорю. Это само собой разумеющееся. И потом мы придем к инвестициям. Видеонаблюдение у нас стоит очень больших денег. И мы можем восстановить любой процесс, фактически приготовление любого блюда. И мы с этим сталкивались для того, чтобы отследить виновных или невиноватых. Гарантия качества, мы говорили. Жесткая гибкость по отношению к гостю. Это как? Одновременно гибкая жесткость по отношению к работе. Салат не мешает никому. Это отчет то, о чем говорил Олег. Есть сетевые, те, которые приходят на бэнк, приезжают на бэнк. Но он все равно приезжает. И он все равно приезжает. Но, если он заказал салат, и это не тот салат, который он подразумевал, и он ошибся в заказе, его меняют беспрекословно. Я вам скажу откровенно, с директорами отделений и с персоналом нужно бороться, чтобы они поменяли клиента. Это сетевой подход. Но заставить диспатчера, это тот, кто отвечает, начальник смены, переделать салат, это вопрос образования, подготовки и психологической работы с человеком на месте. Им всем это дается нелегко. Вместе с тем нельзя и перебарщивать. То есть мы стараемся научить людей работать. Но такое, что человек останется недоволен порцией, если он об этом заявил, такого не может быть. Вместе с тем. Для этого нужно было воспитывать и гостей тоже. Гости боятся жаловаться. Гость гостю, друг, товарищ и брат. Есть разные гости. Есть Аврора, и вот восприятие, мы сейчас коснемся этого примера. Есть Майк, есть Фейсбук, есть я. Но это мы коснемся как-нибудь позже, если у нас хватит времени. Наши взаимоотношения с клиентами через жалобы, через Фейсбук. Звонит мне Аврора и говорит: что такое? Не готовят, мне срочно нужно ехать. И такой наглый диспатчер, я ему говорю: а вы помедленнее, не можете приготовить? Он говорит: да, сейчас скажу. Помедленнее. Я врываюсь, там, проверяет, что ж такое, что произошло. Он говорит: но меня же попросили приготовить помедленнее. Я, конечно, согласился, и получилось недоразумение. И жесткая гибкость по отношению к гостю. Вначале, знаком вам этот жест клиентов, да? Ты там, на баре, еще по 100. За 3 года нашей работы, мы открылись 3 года и 2 месяца назад, у нас нету, все уже привыкли. И деньги не решают ничего. Это жесткая гибкость по отношению к клиенту. Дать тебе то, что ты хочешь, наша задача. Наша обязанность и наша радость. Но мы будем выдавать это по нашим правилам. Что я говорю, гибкая жесткость по отношению к работнику? У нас фактически нет штрафов. То, что есть во всех ресторанах, штраф за битую посуду, штраф за опоздание, штраф за бог знает что, за все. У нас фактически нет штрафа. У нас штраф, это меня надо очень сильно разозлить. Разозлить меня легко, но чтобы я дал штраф, это очень сильно. Пьяный на работу пришел. Пьяный на работу пришел, уходит домой. Из-за него навсегда. Навсегда бросаться людьми, да, вот так вот.
попробуйте их набрать. Да? Мы используем здесь, из-за него отдувается практически коллектив, который работает. Они его и там разбираются с ним. Два раза пришел или три раза, или постоянно идет кого-то, понятно. Но если кто-то один раз оступился, это еще не значит его раз. Вот если это происходит раз, ну и так далее, и так далее. Не будем вдаваться в подробности, смысл понятен. Что может быть оштрафован человек? Человек может быть оштрафован, если оказалось, что он не поменял блюдо недовольному клиенту. За это он будет оштрафован. Если редкий случай, когда-то что-то же там заказали, определили и так далее, это было не выполнено, это штраф. У нас на три отделения, ну, может быть, ну, 5 штрафов в год. Вот так вот, чтобы было понятно, о чем идет речь. Битая посуда – часть процесса. Так мы смотрим на вещи. Самое интересное, когда мы смотрели, вот Люка, познакомьтесь с ней, она помогала мне подготовить данную презентацию. Она меня спросила, мы здесь все время говорим о клиенте, и вдруг откуда здесь инженерия, система вентиляции и кондиционирования? В первую очередь забота о клиенте. Клиент этого не видит. Клиент не знает, сколько денег ты забабахал в эту вентиляцию и кондиционирование. Но клиент у нас вольготный. Клиенту хорошо. Он не должен об этом думать. Клиент не должен думать. Когда он у тебя, он не должен думать. Ему должно быть хорошо. Это обеспечение того, чтобы было хорошо клиенту. Современный дизайн вы увидите. Мы знаем гостей, гость знает нас. Большая часть гостей постоянных, даже не зная имени, мы с ними здороваемся, встречаемся и видим. Я сижу в зале, все директора, не директора, у нас управляющие точками, если должны находиться в зале и мелькают, видят клиентов, здороваются. Мы знаем, и мы помним о законе Паретто, я так в двух словах объясню, но закон Паретто 80-20. Это эмпирический закон, который действует в разных областях. 80% работает, берут 20% времени. Оставшиеся 20% работы берут 80% времени. Обычная ошибка в составлении бюджетов. Да? Всегда говорят, смотрят, 80% работы для того, чтобы привести 80% клиентов в ресторан, ты должен вложить 20% в рекламу. Чтобы привести оставшиеся 20% клиентов, ты должен вложить 80%. И также, я возвращаюсь к работе, мы помним о законе Паретто, что мы должны делать не 80% работы и в обслуживании клиента, а все 100%. И себестоимость в этом случае вырастает в 5 раз. С 20% оставшиеся 2%. 20% это 80%. Руководитель отделения – часть системы. Если кто-то не вышел, руководитель отделения может заменить любого. Начиная с кухни, диспетчер, кассы. Любой руководитель отделения должен пройти, по крайней мере, трехмесячную подготовку по всей системе. Начиная, даже если он шел на руководителя отделения изначально, с мойки, сбора посуды, кухни, дилибара, кассы и диспетчер. У нас 5 станций. Быстрая реакция на жалобы гостей. Слава Богу, гости жалуются. Я говорю, почему слава Богу? Потому что если без жалоб гостей мы не понимаем, что делать. Мы не можем находиться нигде одновременно, но мы не можем находиться всюду одновременно. И если гость не жалуется, у нас большая проблема. Мы можем жить в хорошем, красивом мире, когда у нас за спиной происходят процессы, которые ведут к нашему краху. И здесь благодарность сетям, и мы специально их отслеживаем, и интернет, любые жалобы, которые возникают, мы пытаемся связаться в первую очередь. Самое интересное – это реакции на жалобу через интернет. Когда ты связываешься с человеком, даешь ответы, было таких 5 или 6 случаев, в 3 из 5 или 50% или 60%, первое, что нам написали, мы пишем в личку,
мы не начинаем обсуждение на, в сети. Даже если это написали на нашей стене, мы жалобу не снимаем, она остается так, без, кроме там, какого-то нейтрального ответа. Самое интересное, первый ответ. Мы не ожидали такой быстрой реакции, спасибо вам большое. Вторая часть ответа. Мы прекратим писать о вас, без нашей просьбы, в интернете отрицательные, и останемся вашими гостями. И самое интересное третье, когда мы предлагаем в личку, обратитесь, пожалуйста, в любое из наших отделений, тогда вас будет ждать ваучер для того, чтобы возместить вам вашего. Ни один ваучер не был получен. Ни один человек не пришел получить этот ваучер. И это то, что я говорю, быструю реакцию на жалобу клиента. Разумеется, каждый случай жалобы разбирается. И снова здесь видеонаблюдение. Прослеживаем, пытаемся понять, что произошло на всех уровнях. Предпосылки открытия. На самом деле предпосылки открытия здесь должен был быть не украинский флаг, а русский. Потому что идея вывести арому в одну из стран СНГ возникла у меня как раз в Санкт-Петербурге, где я провел некоторое время, консультируя в других областях. И причина была простая, нечего есть мне, который вырос на, так сказать, вырос уж не точно будет сказано, да, но как бы откормился, да. Откормился на средиземноморской пище с большим количеством овощей и так далее, к этому привык, и вдруг этого нет. То есть если стейк стоит, вы все это знаете по вашим ресторанам, какие-то не очень большие деньги, ну не очень большой, не очень хороший стейк, да, но любой салат из свежих овощей стоит приблизительно столько же. Что не странно. И в Санкт-Петербурге было ничего, я посмотрел так по сторонам и сказал, есть место подвигу, но в Санкт-Петербурге я был немножко занят другими вещами, подвиг не произошел. Потом я приехал в 2006 году, в конце 2007 тоже по другим делам в Украину, посмотрел, опять нечего есть. И так начал залазить в интернет, смотреть, что происходит, и уже тогда нашел на данные, которые сегодня опубликованы, что потребление натурального кофе растет, в среднем 29% в Украине. С 2002 года каждый год повышается потребление в среднем на 29%. На самом деле были пики. Но в тенденциях общества потребления явно предрасположенность кофе, которая вымещает чай или оставляет чай на том же уровне. Но происходят очень интересные замены. Если раньше большая часть натурального кофе была растворимой, то уровень растворимого кофе падает. Ну, я уже не отслеживаю 3 года. 3 года это не отслеживаю, но я говорю о том, что растет натурально. И таким образом, опять же, нечего есть, опять же, растет натуральный кофе, и как мы проводили маркетинговые исследования. Исследование украинского рынка было проведено мною ногами в течение полугода. Я ходил по ресторанам, я ходил по барам, я приезжал сюда каждую неделю в месяц приблизительно и ходил в основном по Харькову, немножко по Киеву. Ну и в общем было принято решение, что таки да. А что произошло за эти 3 года? Или там 4 года разницы, да? Выстрелили 2 российские сети. Когда я говорил о Санкт-Петербурге, что хорошо бы туда привезти аромаэспрессо-бар, фактически кофе-хаус и шоколадница еще не началась политика экспансии. Они еще были в самом зародыше. За 4 года они выстрелили. То есть было понятно, что
что данная концепция на рынке бывших стран СНГ работает. А так как Украина фактически в дилее, с опозданием, ведет себя так же, как и Россия, то стало понятно, что у нас перед глазами хороший пример. Плюс все эти исследования, о которых я говорил раньше. Что убедило моих компаньонов вложить вместе со мной вороны в Украину? Мы приехали в Израиль, объездили несколько ОРО, и они сказали, мы вкладываем. На более позднем этапе они мне рассказали, почему. В двух местах рядом находились Аромы и Макдональдс. В Аромы было больше людей, чем было в Макдональдс. Для инвестора или соинвестора это стало отправной точкой. Это проверка рынка. Все мы проверяем на камере. Не у маркетологов. С маркетологами всегда сложно. Почему? Потому что маркетологи мне никогда не верили. Сейчас я перейду на следующий слайд. Когда приходили маркетологи, когда мы строили, пытались предложить свои услуги, они говорили, какая ваша целевая аудитория? Я говорю, от 22 до 45. Они говорят, такого не бывает. А какого социального уровня? Я говорю, со среднего и присоединившиеся к ним. Такого не бывает. Бывает. В демократии бывает все. Как я и предполагал, как я и определял, кто согласится потреблять услуги самообслуживания. Это люди, которые уже становятся выездными, то, что я называю. То, что видят, что происходит в Европе. То, что видят, что происходит в Америке. Они видят демократию. И не нужно присмыкаться для того, чтобы не получают удовольствия от того, что перед ними официант, ну, не присмыкается, но как бы продает свою улыбку, скажем так, и это чувствительно, и кто-то самокомпенсируется. Это люди, которые уже самокомпенсировались. Они хотят получить продукт. Они хотят получить удовольствие. А. От того, где они находятся. Б. Что они умеют. Люди, которые ценят качество, здесь написано даже лучше, это люки спасибо. Вернемся к предыдущему слайду. И здесь я бы поговорил, потому что мы говорим снова-таки. Задача о тенденциях, адаптации, франшизы, не франшизы. Во-первых, что мы сделали? Арома претерпела очень сильный апгрейд дизайна по отношению к материнской сети. Чем это связано? Это именно связано с местным рынком. Здесь, на данном этапе, продавая ресторан, очень важно продать и дизайн. Люди пока еще не приходят только за едой. Они смотрят все, что их окружает. Второе. Время, которое проводит средний человек в точке, в ресторане, в Украине значительно выше, чем в Израиле, Америке и других странах. Другая культура потребления. Там прийти поесть и уйти, здесь прийти поесть, расслабиться, провести деловую встречу, пофлиртовать и так далее. Это по поводу апгрейда. По поводу работы с сетью международной франчайзинг, которую ты вводишь. Я это назвал синдромом «мы знаем лучше». Это обоюдоострый синдром. Приехали израильтяне, генеральный директор Аромы, ответственный за развитие Аромы за границей, и обсуждалось еще на этапе строительства адаптация меню. И они мне начали объяснять, мы прекрасно знаем, что хотят русские, украинцы, все равно. Люди из СССР, назовем их так. Ты им дай картошечки, ты им дай селедочки, и все будет прекрасно. И я их угостил боржоми. Они взяли боржоми, сказали, зачем? Что это за тухлая вода? Она же испорчена. Я говорю, вы знаете, это любимый напиток здесь из минеральных вод. После этого я не получал советов по поводу картошечек и селедочек. С другой стороны, мы
сказали, мы самые умные, мы знаем, что здесь нужно делать. И мы сделали киши. Киши — это такой пирог. Киши целлора. Они сказали, мы киши делали, киши не пошли. Мы сказали, ну мы-то знаем лучше, что здесь происходит. Сделали киши, мы их сняли через полгода. Они не пошли. Они не пошли. То есть, господа, все время мы находимся в определенном... Каждая из сторон говорит, мы знаем лучше. Надо прислушаться к обоим. Они прислушались ко мне, я не прислушался к их стороне. Но в любом случае ничего не произошло. Мы находим общий язык. Кстати, надо отметить, что у меня нет опыта работы с другими сетями, что прекрасно работать с Аромой, что у нас есть договор, да, в котором написано, что мне запрещено делать все. Но можно попробовать. Поэтому у меня за отношения говорят, что ты сегодня пробуешь, спрашивает меня Рома. Я говорю, я пробую сегодня вести лосось на пару. Говорит, хорошо, Рома, ты сообщишь, как прошло, а потом мы решим. Я говорю, хорошо. И так мы все проверяем, проверяем. Мы первые ввели, у нас есть чиабат. Нигде в Роме в мире чиабат нет. У нас в Роме здесь есть чиабат. И это автономность. Для того, чтобы, и мы, я возвращаюсь к вопросу инфраструктур, весь мир до прошлого года, то есть все четыре континента, весь мир, да, в которых есть Рома, получал выпечку замороженную из Израиля. Вся выпечка замороженная, но просто замороженная в сыром виде. А полное выпекание, полный процесс выпекания у нас идет в сети, в каждой точке на месте. У нас каждый день свежая выпечка, ничего не остается на завтра. Все списывается однозначно. Привезя первый контейнер заморозки в Украину, я понял, что я буду продавать золото по цене олова. И пришел к Роме и сказал, если мы не создаем здесь кондитерскую свою и не закрываем процесс, этому не жить. Скрипя сердце, они согласились, и уже по нашему пути, по пути Украины идет Казахстан. В Америке немножко легче, они просто покупают целый завод, уже готовую фирму. И оттуда они будут поставлять в Торонто и по Америке. Но в Украине мы добились автономности благодаря прекрасному морскому сообщению, портам и таможне. Сразу замечу, я провел исследование, может, вам это будет интересно, но как ни крути, но 70% наших сумм, никто мне не поможет. Назовем это расходом, но реально, это импорт. На сегодняшний день для того, чтобы работать в Украине в ресторанном бизнесе, мы фактически, если не лично, то через кого-то импортируем от 70 до 80% расходных наших, я не помню слайд. Материалов. Ты имеешь в виду и коровки посчитал, которые там для ДКВ, или это мука, или это сыр, или что? Что это? Объясню. Шоколад, кофе, картон. Картон. Нержавейка. Перчатки, латекс, каучуковые, да? Посуда. Туалетная бумага. Так что, нельзя туалетную бумагу? Можно. Но оно бывает разное. А люди привыкают к одной. Вот как Аврора говорит. И желательно мягкой. Не, ну она классная, конечно, но я не думаю, что... Она дорогая, да, я согласен. Она значительно дороже. У нас арома вот, в продолжении сетевого подхода, да? Как раз арома не описывает туалетную бумагу, которую нужно купить.
Но Рома описывает, какие у тебя должны быть подкладки на подносах. Это должно быть переработанная бумага, краш. Кто ее переработает? Завозят из Польши. Нет местной такой бумаги, которая Рома разрешила нам пользоваться. Кстати, процесс адаптации всех материалов был очень длинный и болезненный, на самом деле. Я возил молоко в холодильниках на проверку в лаборатории, пока отобрали два завода, с которыми мне разрешили работать. По поводу одного завода сказали, это вообще что, молоко? Кстати, это по поводу блогеров, так, я пройдусь чуть-чуть. Нет, не присутствующий. Рома работает только на свежем молоке, вот то, которое в полиэтиленовых пакетиках, срок годности которых 3 дня. Не пастеризованное? Не консервированное, не то, которое стоит 2 недели в картонных или там 3 месяца, да? Ну, обычное молоко в пакетике. Я вот читаю знатоков кофе некоторых, читал, сейчас уже как бы недавно не видел, которые проверяли высоту пены. Где, в каком месте какая пена, где, в каком месте хорошая капучино. Могу вам сразу сказать, благодаря добавлению силикона в молоко, вот тех вот, в этих консервированных молочных пакетах, там пена устойчивая и выше. По определению. Но это не всегда является положительным. Мы за натуральность, поэтому натуральное требование сети. Мы только с этим работаем, делает большую головную боль. Получить от поставщика в Украине ежедневную поставку свежего молока тоже является проблемой. Мы ее решаем благополучно, но иногда наши руководители отделения берут личную машину и несутся в магазин докупать молоко, потому что его не хватает. Но мы никогда не пользуемся вот этими вот долгоиграющими, я его называю. Самое широкое меню арома. А, путающее название. Мы называемся Арома Эспрессо Бар. Что говорит о напитках? Напитки, напитки, напитки. На самом деле у нас 80% от оборота это еда. И только 20% это напитки. Вместе с тем, все наши напитки это. Как я уже говорил, это бленды наши специфические, которые делаются только под нас. И это является поэтому и нашим флагом, с которым идет Арома вперед. А алкоголь чувствует ваш? Да, уже в 20% и он не чувствителен. Во-первых, алкоголь в Ароме есть только в Украине. В Израиле он был, его вывели. Последний алкоголь, который вывели, это было пиво. И тоже как бы ушло. Есть бутылочное пиво, и, как всегда, хорошо идет рядом с футбольными стадионами. Там пиво идет хорошо, обычно даже в бутылке. У нас самое широкое меню аромы в мире. Плохо это или хорошо, я не могу вам сказать. Вам хорошо. Ну, нам тоже хорошо, но правильно ли это, у меня нет ответа до сегодняшнего дня. Мы попытаемся сейчас его уменьшить, так сказать, то, что мы печатаем на бумаге. Наше меню – это одна страница А4, двух сторон еда, выпечка, и одна А4 коктейли или спиртные напитки. Мы попытаемся уменьшить, вместе с тем, клиенты, которые захотят получить то, что они гибкая жесткость. В меню нет, но если все ингредиенты присутствуют, нет проблемы это приготовить. Кстати, любой наш салат, любой наш сэндвич можно приготовить без чего-то или с добавкой чего-то. Это часть гибкости приготовления. Цена меняется? Цена меняется. Если убрать, то нет. Это бесплатно. Если добавить, есть замены, которые можно заменить, и там нету. Но, кстати,
Это происходит только по одной причине. Мы говорим специфики адаптации. А? Нет, лук это разумеется. На луке мы зарабатываем огромные деньги. Его против купить. Это в нашей калькуляции это самая большая часть проблематики. Сейчас я объясню. Вы знаете, когда я приехал в Украину, у меня очень немаленький опыт управления и анализа экономический, и я не бухгалтер, но я бизнес-консультант много лет, поэтому я имел прикосновение ко многим вещам. И у меня было ощущение райкиновское. Все, что мы учили в университете, а у меня университет 25 лет профессиональный, забудьте. Во-первых, главный человек в бизнесе – это бухгалтер. Он тебе определяет, как тебе жить. Но это не он определяет, как тебе жить, это налоговые органы определяют, как тебе жить. Потому что есть только может, еще где-то, я просто не знаю, технологическая карточка. И если в бутерброде записано, что он там получил курицу, он должен получить курицу. Ты не можешь дать ему колбасу. Иначе у главного человека, бухгалтера, не сойдется остатки на складе. Это в продолжении вопроса, когда мы говорим о сети в Америке и в Израиле, то большая часть добавок, ты часть составляющих, ты можешь заменить, они равноценны приблизительно. Здесь, в связи с бухгалтерией, они создали такую головную боль, что мы не смогли оставить это все так же. Это часть адаптации. С этим надо смириться, или ты просто не можешь жить. Кофе, выпечка, мне написали УТП. Я попросил расшифровать, оказывается, уникальное торговое предложение. Наша кофе и выпечка – это уникальное торговое предложение. Это три точки, которые я от себя, это моя отсебятина, которую я определил как успех адаптации через призму сети «Арома» в Украине. Задача не стать модным. Модным – это в кавычках, да? Потому что мода изменчива. Мы входим на долгий срок. Это рестораны, это сеть быстрого обслуживания здоровой еды «Арома», которая входит на долгий срок. Это не отбился, поменял бренд, поменял имидж, сделал что-то другое. Мы входим, вообще, как каждая точка, это длительность и стабильность. Сила. Независимость от суперзвезд. Что я имею в виду? У меня нету шефа. В ресторанах нету шефа. Шеф ушел, не страшно. Мы найдем шефа, мы уже его подготовили внутри. Всегда есть замена. Есть стандартизация. Мы должны заботиться о качестве, мы должны заботиться о свежести. И качество, свежесть плюс рецептура перекрывает все. Простота. И стойкость. Почему стойкость? Вы знаете, я читаю, очень люблю читать журнал «Ресторатор». В нем есть много интересного. И вот есть советы, как должен обогатиться, как можно, как увеличить доход ресторана. Одного из специалистов, подход, как раз был перед поднятием цен, уменьшите порцию на 10%, поднимите цену на 5%. Таким образом, ваш заработок станет больше. На самом деле, это совсем неплохой ответ для любого ресторана, который существует. Есть такой парадокс, что с каждым годом порция в ресторане уменьшается. Да? Но законно же. Но это не может работать в сети. И тут важен подход клиентов, которые в первый момент, когда мы зашли, сказали, главное, не ставите хуже. Мне было не совсем понятно на первом этапе, то мне объяснили, что вначале все дают, а потом уже обратно хотят забрать. Стабильность, стабильность, стабильность.
И второе, стойкость качества, несмотря ни на что, подход клиента. Это тоже из ресторатора, я считаю, что кто-то сказал совершенно гениальную фразу. Он сказал следующее. Клиент не смотрит на качество. Он смотрит на название и на цену. Я считаю, что это прекрасный анализ, который был кем-то сделан, я, к сожалению, не помню имя этого человека. И несмотря на это, потому что у нас не дешевый ценник. У нас цены, как говорят мне, очень дорогие. Но это настоящие цены. Мы то, что честно, настоящие. То, что мы продаем, мы за это хотим получить настоящую цену. И здесь можно было пойти по пути, уменьшить качество и дать меньшую цену. Здесь вопрос стойкости. И это, да, цены у нас такие, но качество у нас остается постоянно. Ну вот, наконец-то цифры. Кстати, Игорь меня спросил, можно ли мне задавать любые вопросы. Любые вопросы задавать мне можно. Да. А я не вижу главной строчки. Люка, что случилось? Я как раз хотел, что вы ответили на мой вопрос. Я ответил. Тут была строчка, совершенно честная. Куда я? Неважно. Прибыль? Нет, инвестиции. Инвестиция в квадратный метр $3000 USD. Инвестиция в один квадратный метр. Как распределяются эти $3000? Вот в таком процентаже. Надеюсь, что ничего там не убежало, хотя у меня ощущение, что какой-то строчки нет. Кто-нибудь меня, конечно, проверит и увидит, здесь 100% или нет, да? Во всем, не в стенах. В стенах это 33, это только $1000. И что это включает? Это включает в первую очередь то, что никто не видит. Это система канализации, система очистки воды, самая дорогая, которая есть на рынке. Каждое отделение только систему воды поставит $6000. Пока вода доходит до наших кранов, до кофейных машин и до пищи, до выхода это $6000. Я уже не говорю о проложении трассы. Я так говорю только сама очистка. Не секрет, что это General Electric. Сейчас мы коснемся площадей. Кондиционирование. Сидел я позавчера, говорил, кондиционирование это дорого, мне сказали, ну конечно, $100 на квадратный метр. Я говорю, нет, 330. Для того, чтобы вентиляция и кондиционирование были, действовали нормально, причем уже доказано в трех отделениях. Когда размеры отделения у нас от 180 и до 360 метров. То есть в среднем на квадратный метр, как бы ты ни крутил, это один. Дизайн, столярка, как ни странно, это всего 14%. Кухонное оборудование и бар, heavy duty. Самое профессиональное, которое есть, потому что потоки, 600 человек в день, обслужить, чтобы ничего не ломалось, можно, конечно, работать на дешевом, но у нас были попытки. Скажу честно, пытался ввести дешевое оборудование. Вылетает все сразу. И не проблема его докупить. Проблема, что в этот момент не может ничего подать. Ничего приготовить, там проблема. У тебя сбой в производстве. Архитектура, разрешающая документации, инженерный авторский надзор. Совершенно сумасшедшая система работы ООО. Каждое ничто не может остаться без проектирования. Это требование сети. Ну, здесь есть разрешающая документация, понятное дело. Все проектирование идет за границей, здесь идет полная адаптация,
отдельные советники по воде, отдельные советники по теплу, отдельные советники по кондиционированию. Это целая система, на которой Арома стоит, он готов ее менять, но результат нам виден. Высокие инвестиции дают нам стабильность и долгосрочность, равны. Мы требуем договор аренды не менее 7 лет, жесткий сетевой подход к выбору объектов инвестиций, строительный материал высокого качества, потому что мы пришли надолго. Концепция равна результату. В мире действует 136 отделений, все здесь написано. Тот, кто видит, говорит само за себя. Это, когда Аврора сказала, Аврора это феномен, я, возможно, подсмотрела, потому что у меня это феномен с вопросом здесь, да? Потому что для ресторанного бизнеса это феноменальный результат. Из 137 отделений за 18 лет работы закрылось одно по требованию пожарников на Кипре. Сначала дали разрешение на документацию, построили, а после этого они ее отменили. И так закрылось отделение. Это феномен. Что будет, когда будет в Ароме 2000 отделений, не будет ли сделан ошибок, я не могу вам сказать. У Старбакса они были. Вполне может быть и будут в Ароме. Но пока это феноменально. Что мы ищем, как мы считаем, где это должно происходить? Особенности помещения от 180 до 280 метров с обязательной летней площадкой. Конечно, это не включает ТРЦ. Был задан вопрос тут недавно, как мы развиваемся. У Аромы есть три основных три направления развития и размещения точек. Первое направление – это деловая часть города, как обычно с жилыми помещениями, торгово-развлекательные центры и большой человекопоток. Мы на первом этапе вошли в деловую часть города, мы находимся сейчас в стыке с бизнес-центрами. Я надеюсь, что мы сейчас войдем в ТРЦ. Большой человекопоток я пока оставил в покое. Это может быть на следующем этапе. Если будет интересно, я объясню, почему я так думаю. Но просто у меня мало времени, я думаю, что я уже перебрал. Я, господа, отвечаю на вопросы Аромы. Какие дополнительные услуги? У нас есть Wi-Fi и в одном месте у нас все единственное в Украине, да? У нас в Украине сегодня самое большое отделение Аромы в мире. Раньше я говорил, что был Нью-Йорк, сейчас у нас в Киеве самое большое. У нас первый караоке во всех 136 заведениях. В том самом большом отделении, потому что не было куда площади определить. Wi-Fi есть всюду, но мы первые начали его отключать во время обеда. Мы считаем, что это правильно, потому что во время обеда люди приходят обедать, они хотят найти себе спокойное место. Мы перешли здесь на круглосуточное обслуживание. По поводу доставки, мы не начали делать собственную доставку. У нас доставка это так же, как алкоголь, совсем немного. И меня очень беспокоит качество нашей еды во время доставки, и это основное. Но если кто-то хочет, он может заказать. Мы связались с экипаж-сервисом, и через них может быть произведена доставка. Салаты еще, так сказать, на мой вкус. Я сказал, что я ресторанами не занимался, но я в них много ел за свою жизнь. Тут мой опыт такой. Всегда в доставке есть проблемы, но об этом больше говорить. Олег, он знает это лучше, и он с этим как раз и справляется. Продвижение. Я бы вообще Лику попросил бы по этому поводу выступить, но что я могу сказать? Мы поддерживаем социальные грин-проекты, и все как обычно. Это просто отдельная тема большой лекции, я думаю. И я бы здесь только остановился. Мы работаем, мы три года, у нас нету никакой рекламы, кроме как. И в интернете тоже нет рекламы, да? Но мы не давали рекламу. Правильно? Не ошибаюсь?
ни в печатных. Первые два года мы даже и на сайтах рекламу не давали. Мы сейчас на сайтах рекламу не даем, там где-то может баннер какой-то. Но вот что за три года удалось Рома Эспрессо. Вы почитаете, я вам скажу так. Мы живем в новом обществе. Я человек из прошлого общества. Когда мы говорили о том, как бизнес входит на рынок, нужно три года для того, чтобы самый лучший способ маркетинга изо рта в ухо дошел до твоего круга потребителей. Глупость. Это мы так думали. В прошлом. Сегодня 4 месяца это если ты хорош или если у тебя правильно поставлено, ты у всех на устах. Дальше тебе нужно держать марку. Потому что сегодня нашим ухом и нашими устами являются социальные сети. По-простому скажу. И каждый, которого облапошили, обязательно напишет это в социальных сетях. И только каждый пятый, которому понравилось, тоже напишет это в социальных сетях. Но так как нас больше облапашивают, чем нам приятно, то и процент тех, кто хвалит, увеличился. Это тоже данные устаревшие. А если уж чекинятся, так чекинятся. И если чекинятся, и друзья смотрят, где же зачекинились? Если зачекинились 4 раза в одном и том же месте, это значит, не стыдно там показаться. Правда? Не заходить, но зачекинить. Ну да. Есть такие, которые пользуются Wi-Fi, сидя в машине снаружи. Это я тоже знаю. Об этом они сами сообщили. И тоже в Фейсбуке. Что в Роме такой хороший Wi-Fi на Димитрова 5, что я остановлюсь и могу работать прямо на дороге возле меня. Реальные вещи. Результаты мы видим здесь. Зачем бренды в соцсетям? Вроде бы все. Теперь ваши вопросы, если у кого-то есть что-то. Да. Спасибо большое. Ну, во-первых, от всех нас, наверное, огромное спасибо за такую вдохновляющую информацию. Прям еще неделю буду вдохновляться. Такой вопрос. Долго играю, послевкусие тяжелое, да? Не-не-не, все хорошо. Два вопроса, один прямой, второй типа с хитрецой. Первый вопрос. Какие обстоятельства, какие вдохновения, все-таки эмоции привели к тому, что вы пригласили к себе в качестве бренд-шефа работать с самого, ну, одной из самых известных фуд-блогеров и гастрономов Лизу Крыжановскую? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот по мнению, то, что, как, вернее, как вы относитесь и как вы сможете прокомментировать это мнение большого количества людей в Киеве о том, что в Роме дорого. Лично для меня, там, ну, слава Богу, высокое качество и высокая цена, и высокая цена всегда для меня даже более интересна, чем средняя демократичная или низкая, на мое мнение. Я готов и хочу платить, и часто так и делаю. Вот как вы относитесь к слову «дорого»? Чего начать, с первого или со второго? Как хотите, спасибо большое. К слову «дорого» я отношусь с пониманием, во-первых. Но вот понимаете, ну вы хотите, чтобы я честно ответил, правда же? Деньги, естественно. Да, деньги нужны. Деньги нужны. Есть взаимосвязь всегда между чем ты вкладываешь и то, что инвестор хочет получить. Правда? Есть взаимосвязь между чем ты даешь, или должна быть взаимосвязь, и то, что ты получаешь. Есть функция цели. Должна быть окупаемость точки. Окупаемость точки должна составлять от 4 до 4,5 лет до налога. Это нормальный сетевой подход во всем мире.
В Украине пытаются сделать это за 2 года. За 2 года это не получается. Это связано с ценой капитала. Но не будем заходить в такие сложности. Мы бы тоже могли графики нарисовать. Слава Богу, когда-то я этим занимался. Это первое. Второе. Первая составляющая функции цели. Вторая. Качество, качество, качество. Я ее приписал как задачу. Для того, чтобы обеспечить качество, для того, чтобы обеспечить работающие системы, для того, чтобы осталась прибыль для инвестора, это оправданная цена. Первое. Второе. Спасибо Анастасии. Она уже написала, что здесь долго обсуждали по поводу скидок и скидочных карт. Я могу к этому тоже отнестись, потому что в Роме нету скидочных карт с первого дня. Нет, это не вопрос не нужна. Это вопрос подхода. Мы не хотим завышать цену для того, чтобы для кого-то ее занижать. Это вопрос, мы говорим, демократия во всем. Все равны. И тот, кто на Бентли, ему не подносят. И тот, кто пришел с метро, все платят одну и ту же цену. Это как подход к демократии. Это объяснение, не знаю, удовлетворяющее или не удовлетворяющее по поводу уровня цены. Почему дорого? Теперь психологический момент. Хочется быть в этом месте больше, находиться больше. А есть ограниченный бюджет, есть ограниченная покупательная способность. И никуда от этого не убежать. И тогда у нас у ресторатора возникает вопрос, как, где ты себя находишь? На каком уровне? То ли ты предпочитаешь, чтобы к нам заходили больше и повышать, понижать качество, повышать обороты за счет поменения. Или оставаться в том же самом качестве. Я не могу изменить ситуацию с доходами населения в Украине. Не могу. Я также не могу. Не хочу менять ситуацию, чтобы продавать доллар за 80 центов и делать на этом оборот. Поэтому то, что тот уровень, на котором мы находимся, это уровень, который обеспечивает нам достаточную уровень прибыльности, который может обеспечить вас раз до 4-4,5 года тех огромных инвестиций, о которых я говорил, и обеспечить качество нашего клиента. А какой средний чек, я прошу прощения? Средний чек порядка 90 гривен. Посчитайте. Это ж так просто, я вам дал все данные уже. Правда же? Я вам дал цену квадратного метра. Я могу сделать мастер-класс по расчетам, но у вас есть, господа, у вас есть цена квадратного метра, у вас есть 4,5 года окупаемости перед налогами, вы уже знаете все. И у вас есть средний чек. Господи, в 3 действиях. What about Lisa? Еще раз. What about Lisa? What about? Мне очень понравилось, как Лиза готовит. Вот как вы сказали, не как она, и как она и пишет прекрасно, да, как блогер, но мне понравились блюда, которые она приготовила на гастросреде. Одним из создателей гастросреды является и Аврора Огородник вместе с Викторией Пархоменко. Я попробовал блюда, которые готовят Лиза. Первое блюдо, я сейчас помню даже, какое первое блюдо. Это был салат из помидоров с чурисо под каким-то необыкновенным соусом. Все, салат из помидоров с колбаской. Когда из этих продуктов человек делает произведение искусства, но сломало меня импанадос. Когда я попробовал импанадос, я решил, что импанадос должны войти в меню Аромы. И тоже мы первые ввели, потом приехали проверяющие из Аромы, потом приехали проверяющие из Аромы и разрешили, чтобы это было постоянно. Вот как бы 2 ответа. Спасибо за гурманские ответы. Я понимаю, что лекция была исчерпывающая, вопросов нет, все хотят кофе, я всех понимаю. Какой город для вас интересен, население?
Мне, я бы сказал по-другому. Здесь самый, можно я немножко начну издалека, если есть время и желание. Подход аромы на сегодняшний день зависит от страны, к продаже франчайзинга. Это связано и с следующей вашей лекцией. В Израиле, например, все аромы находятся в руках франчайзера. Да? Ну, или франшиза, я просто в русском говорю. Тот, кто эту франшизу купил. И сама фирма занимается только поставками, общим управлением и получением роялти и разработкой. В Америке на сегодняшний день, кроме моего, в Нью-Йорке и Нью-Джерси, все отделения во владении сети в Майами действуют франчайзеры. В Торонто полностью два отделения собственные, остальные даются франчайзерам. В Украине мы решили, что это пока мы не созрели для этого, и мы решили входить в любое место, хотя бы частично, собственными капиталами, развиваясь в других городах. То есть мы не хотим в другой город уходить на сегодняшний день, полностью являясь владельцами данных заведений. Почему? В первую очередь по причине необходимости хозяйского взгляда, личного взгляда на то, что происходит в ресторане. Не может арома действовать только на уровне наемных служащих. То есть она может, но если мы говорим качество, 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 то осью деятельности любой точки является ее совладелец. Он и проверяет лучше, его беспокоит и чистота, и качество. Это называют старшинские проверки, провести пальчиком, посмотреть, есть пыль, нету пыли. Этим занимаются все. Вот я, Марина, Вика, у него есть еще. Первым делом заходит в другое отделение, проводит пальчиком, есть пыль, нет, в общем, в таких самых таких местах, где старшины искали. Все по норме. Поэтому самыми интересными я просто о подходах к франшизе немножко упомянул. Думаю, что самыми интересными городами на сегодняшний день для нас являются Львов, Одесса, Харьков, а просто больше еще нигде не было. Наверное, Днепропетровск, Донецк, я думаю, все города-миллионники. Но если говорить о направлениях, это Одесса, Львов. Бурная жизнь, бурная жизнь. Яков, если можно еще один вопрос. Вернее, два. Вот здесь. Может быть, видите, если не снимать. Да. Вопросов два. Вопрос номер один. Вы точно знаете, да и скорее всего видели в Москве кальку аромы, местную локальную. Ред. Да. Есть ли какая-то информация, может быть, поделитесь по поводу того, насколько они успешны, насколько они активно развиваются. И второй вопрос, сразу пользуясь случаем. В текущей ситуации, вот здесь и сейчас, по вашим ощущениям-знаниям, сколько аром может уместиться в Киеве? Так, начнем с Реда. С Редом у нас очень интересные отношения, потому что во главе истории Реда стоит, трудно сказать такое слово, но крестный отец мой Вороны. То есть меня как-то спрашивают, как я попал в Ворону, и когда я отвечаю, мне никто не верит, но это сущая правда. Я долго звонил в Ворону, я проверял все сети кофейных бар, когда я решил привезти это в Украину, я вел переговоры со всеми. Но Рома как бы ведущий, и ты туда звонишь, и тебе отвечает автоответчик, если вы поставщик, нажмите 1, если вы по поводу рекламы, нажмите 2, если вы по поводу франшизы нет, если вы, слушай, это было на сайте написано, франшизы не продаем, и если вы к Саре нажмите 4. Ну я, конечно, нажал на 4 и попал к Саре.
Единственное имя, которое можно было произнести, это вот была, ну она Юдит, кажется. Ну не суть важна, да, я сейчас имя не помню. И вот я набрал, ну, сказал, ну знаете, я говорю, есть такая страна Украина. Она говорит, ну. Я говорю, ну вот хотелось бы. Она говорит, ну. Я говорю, ну вот с кем? Говорит, пошлите факс. На страничке пошли, а кому дала мне имя? И я написал на страничке факс. Мы такие-то, такие-то. Один такой-то, второй такой-то. Хотим открыть арому в Украину. Меня пригласили на собеседование. Оказывается, что они уже Украину проверяли. Что они уже здесь вели переговоры, и мы не были первыми. Мне, по крайней мере, не пришлось. Я подготовил презентацию, что такое Украина. Они уже знали, что такое Украина. И второе, ну как-то мы нашли общий язык с этим человеком, потому что я прожил в определенном районе 30 лет к тому времени, 28. Он в этом районе родился и прожил там до 28 лет, и поэтому в районе Иерусалима. Так что мы нашли общий язык. И это был бывший генеральный директор Аромы, ну говорят, исполняющий обязанности, а на сегодняшний день генеральный директор Реда, о котором вы спрашиваете. И, в общем, на этом общем нашем уровне я вошел в Арому с помощью этого факса и вот этого знакомства. А дальше произошло следующее. Ред Калька Аромы, более того, первый Ред на Мясниковской, на Мясницкой, и наше первое отделение, запроектированное одним и тем же архитектором, он есть разные подходы. Ави, это тот, который создал это отделение, сказал, что он пришел к Роме и предложил Роме идти в Москву, а Рома предпочла развиваться в сторону Канады и Соединенных Штатов. И сказала, что она приостанавливает развитие этого региона. К тому времени мы уже вошли, нас уже остановить было нельзя. Очень тяжело. Мы строили год, первое отделение, было все очень тяжело. И то же самое происходило в Казахстане, правильно, они испугались просто входить в данные регионы. Он сказал, ну если так, то я пойду без вас. Хотя он один из совладельцев акции «Большой Арома». Он как бы акционер, да. Другой бренд, ну никто акции отобрать не может, да. Поэтому у него есть два отделения, ну там сложные отношения, конечно, в связи с этим. Ну вам бы тоже не понравилось, скажем так. Вместе с тем Red преуспевает, по крайней мере первое отделение. Я знаю, что у них есть. Он приезжал ко мне несколько раз уже. Я ездил к нему во время Red, мы встречаемся. И в Израиле довольно часто, и переговариваемся по телефону. У них довольно большая программа развития. Были более успешные проекты, насколько я понимаю, были менее успешные проекты. Но, в общем, мне кажется, уровень удовлетворения очень высокий. Там был один, ну всегда, как мы говорим, location, 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 да? Один из локейшенов, который они выбрали, был не совсем удачным. Но сейчас, насколько я понимаю, они идут, я с Ави разговаривал. Не, 10 назад. Да, он сказал, что они собираются строить свою кондитерскую, то есть они уже тоже. Они покупали у Волконского вытечку, у Волконского, потом Волконского смели на кого-то, сейчас они снова идут строить свою кондитерскую. То есть, господа, вы же понимаете. Украина, она всегда первая. Все идут по нашим следам. А сколько будет в Украине людей? По поводу вопроса вместительности, да, спасибо. Я считаю, что Киев, конечно, все зависит от экономической ситуации в Украине, которая не находится под нашим влиянием, к сожалению. Я считаю, что в Киеве, если мы говорим о 10-12 годах, ближайших, 20 отделений, это не вопрос. А если говорить про здесь сейчас,
5 отделений, это не вопрос. У меня 2 отделения уже на сегодняшний день находятся. 3 отделения существует, 2 отделения. Я один меморандум подписал, я просто жду, там строят. Это будет центр? Нет, один будет Березняки. И один сейчас, я веду переговоры с ТРЦ Ocean Plus. Попробовать первый ТРЦ, второй тоже ТРЦ на самом деле. Не ТРЦ, там больше торговый центр, не развлекательный. Да, пожалуйста. Да, чисто. 10%. Обжарка и по-прежнему будет происходить в Израиле? Да, я хочу, чтобы вы жарили здесь. У Клары, правда, бы лучше получилось, я уверен. Клара из Арпекина. Клара Мара. Да. Это их требования, это требование, жесткое требование судьи. Обжарки они не дадут. То есть, это и не имеет смысла. Хотя мы, господа, для того, чтобы было понятно, да? Сейчас, секунду, сделаю глоток и что-то скажу. Наша забота о качестве. Мы везем кофе самолетом раз в месяц. Вы понимаете, и это по поводу дорого тоже, да? Это все... Сегодня килограмм $3.5 растаможить и перевезти. Нет, это без растаможки, это перевозка. $3.5 на килограмм только для того, чтобы была свежесть. Хотя на пачках кофе написано, что она пригодна. Год к использованию. Мы обновляем каждый месяц в авиаперевозке запас кофе, шоколадов. У нас 2 вида. А? Не картон авиаперевозками. Это... Ну, только для тебя. Это большой у нас пункт расхода, но так мы обеспечим качество. Не думаю, что арома позволит нам... Даже когда у нас будет 30, 40, 50, 60 заведений в Украине, я не уверен, что это будет, но если вы меня спросите, как я вижу Украину и арому в Украине, я считаю, что если мы будем делать все правильно, медленно, со всеми теми 3 пунктами, о которых говорил, не быть модными, быть качественными и быть ориентированными на клиента, я думаю, 10-15 лет мы говорим точно о... так что не соврать. Возможности до 40 отделений. Реально 25-30. Украина. Объем рынка у Киева. Но снова, это зависит от экономической ситуации. Но я думаю, что на сегодняшний день это 10 отделений. Это не означает, что все отделения должны быть бомбастные, как самые-самые большие в мире, да? Да, как намеченного. Но есть место. Вполне может быть, что мы пришли к моменту, когда мы хотя бы сможем уже начинать, если менеджеры долго, опускать как бы уровень нашего дизайна. Потому что уже больше людей нас знают, уже больше идут на YouTube. И поэтому потребуется меньше капиталовложений. Но это снова может снизить на 5-6-7%, потому что вся инфраструктура внутренняя, вся очистка, канализация и так далее, электричество и вентиляция, она эти деньги пожирает. Где-то сможем уменьшить. Если кто-то меня готов научить, как построить дешевле, я готов. Господа, я всегда готов. У нас все делается в тендерах. У нас каждое отделение делается новый открытый тендер, выигрывает тот, кто предлагает качество, цену, опыт. Мы действуем как западная сеть в этом отношении, поэтому сразу могу сказать, что особо не сэкономишь. Да? Отлично, по-моему, был прекрасный доклад. Извините, что это по условию прервало. Я тут остается с нами на целый день, так как он обещал, поэтому в неформальной обстановке вы можете пообщаться.